Да здравствуют ночные съемки. Начинается учебный год, и теперь днем я не могу работать, только по ночам. Хотела показать, какие этикетки я сделала для птичек. Вот, я сама все делаю. Этикетки тоже. И, кстати, поделиться хотела. Я за то, чтобы лишнего не покупать. И поэтому пользуюсь часто тем, что под рукой. Вот, смотрите, штампики такие. Можно не чернила использовать, я совершенно случайно выяснила, а масляную краску. Она даже удобнее. Можно делать сразу несколько оттисков. Наносится удобно, сохнет долго. Для меня это плюс, вот кисточкой. Можно частично наносить, можно пол цветочка или только одну розочку закрасить. Очень удобно, мне нравится. Вот, смотрите. Так вот аккуратно закрашиваю. С чернилами у меня никак не получалось. У меня они сохли постоянно. То в одном месте пропечатается, в другом месте не пропечатается. Или вообще краска размазывалась. Вот, смотрите. Аккуратненький оттиск. И можно так еще сделать, если это винтажное изделие. Вот видите, три получается. Даже, по-моему, еще можно сделать. 4, 5, 6. И, кстати, чем больше оттисков, тем красивее розочка смотрится. Вот я только сейчас это поняла. Вот. Все стирается влажными салфетками обычными. И можно наносить любой цвет. Можно розочку даже раскрашивать. Допустим, розочку сделать красненькой, листики зелененькие, веточки коричневые или черные. Что с чернилами не сделаешь. Там только один цвет, ну, максимум два.